начинаем кушать и грузинские хинкали, как положено, руками. Ребята, надо ехать в Грузию. Эта песня. Нет, зелени нужна. Это супер. Ну, у меня есть вот это. У меня есть вот это, да. Супер. Это кинзмарули. А, хотя говорят, что вино хинкали нельзя. Но нам подходит. Нам можно, да. Супер. Посмотрите на эту вещь, эту прелесть. Это просто обалдеть. Да. Читайте, завидуйте нашим хинкали. Ну, с бульоном. А, там внутри бульон. Я еще раз наш кинзмарули. Да, ради этого стоит ехать в Грузию. Да. Да. А тут еще и кино какое-то идет. На устах.